удар Беднажа, и динамовцы, похоже, теряют Илью Власова. Причем что-то там с голеностопом очень серьезное. Так буквально там не фиксирует его всей командой динамовцы. Да, конечно, неприятная пауза. Неприятный повод для этой паузы. После блока было, судя по всему, наступил на ногу. Ну, вряд ли там Беднаш так залетел далеко. Впрочем, надо смотреть, я-то за мячом следил, как многие из нас, но Власова вот в таком вот безопорном положении относят. Но понятно, что сегодня его в игре мы не увидим, и вообще не очень понятно, насколько это все плохо. Выглядело очень. Аплодисменты болельщиков, и Илья даже там не где-то в районе скамейки запасных будет матч досматривать. Покидает он арену с помощью партнеров под трибунные помещения. Да, ой-ой-ой, наступил номер, по-моему, Павлу Панкову на ногу. Нет, поехала нога, даже смотреть на это страшно, честно говоря. Ну, связки-то точно повреждены, тут это меньшее, что может быть.